куклы ручной работы, картины, оригинальные свечи, расписная посуда. Центр рукоделия и ремесла «Ават» для всех тех, кто ищет оригинальные украшения для своего дома или интересные подарки для близких. Центр заработал недавно в историко-архитектурном комплексе Ичари-Шахер в Баку. В этом центре народного промысла представлено более 2000 предметов ремесленничества 63 семей из различных регионов республики. В том числе 5 семей выставили на продажу 30 наименований пищевой продукции. Это джемы, варенье и мед. В центре «Ават» уникален каждый предмет. Продукция рукоделия и ремесла азербайджанских мастеров продается с маркировкой. Вместе с логотипом мастера или семейного хозяйства на нем также имеется лейбл «Ават». В ближайшее время пищевая продукция, производимая семьями, бизнес которых поддерживается публичным юридическим лицом «Ават», можно будет приобрести и в больших супермаркетах города. В то же время планируется открытие подобных центров ремесла и рукоделия «Ават» и в других частях города Баку. Центр ремесла и рукоделия «Ават» пользуется большой популярностью у туристов. Их интерес к городу Баку, Азербайджану, связан в том числе с праздником весны Новрус. Это мой второй визит в Баку. В этот раз со мной приехала и моя семья. Мы гуляли по Ичари-Шахер и увидели этот центр. Представленные здесь образцы ремесла и рукоделия очень красивые. Этот центр также прекрасная возможность для того, чтобы помочь людям найти работу. Публичное юридическое лицо, доступная поддержка семейному бизнесу, было создано по указу президента Ильхама Алиева от 23 сентября прошлого года. Центр находится в подчинении службы АСАН. «Ават» сотрудничает с рядом международных организаций, в том числе программой развития ООН. Хайла Мамедова, Эльнара Бахышева, Гахраман Мамедов, CBC.